решили написать этот сюжет после того, как увидели, насколько же много сил прилагают российские силы информационно-психологических операций, чтобы раскачать ситуацию внутри Украины накануне годовщины полномасштабного российского вторжения. Какой федеральный канал не включи, там страх, жуть, такое наступление российской армии будет, что прям хавайся, раздевайся. Пишет, что грядущее наступление, самые популярные сроки, которые называются, это 10 дней. И вся линия фронта пришла в движение. То есть по всем направлениям в той или иной степени наши войска продвигаются. Создаются благоприятные условия для полномасштабного наступления. Буквально тут же со ссылкой на каких-то ноунеймов клепаются газетные статьи. Россия вот-вот откроет новый фронт. А где именно, мы вам не скажем, но сидите и бойтесь. Предварительно в период с 21 февраля 2023 года по 24 февраля 2023 года начнется широкомасштабное наступление ВС РФ. Три направления, помимо ДНР и ЛНР. И, конечно, скрины подобного творчества тащат некоторые украинские СМИ и телеграм-каналы. Мол, вот они, планы врага. Но знаете, в чем прикол? Да ровно эти же мамкины инсайдеры строчат эти страшилки каждый месяц, а потом просто меняют даты. Не верите? Окей, смотрите. ВС РФ могут начать наступление с территории Беларуси 25-26 декабря. По информации из нескольких источников в армейских подразделениях и штабах и от источников в Генеральном штабе ВС РФ, российская группировка в Беларуси готовится к началу наступления. И таких примеров сознательных вбросов России мы можем приводить десятки, если не сотни. Причем участвуют в них не только ноунеймы, а вполне себе известные по российским меркам люди. Вот, например, относительно свежее творчество Сергея Маркова. Если кто забыл, доверенное лицо Путина, то есть якобы вполне себе серьезный источник. Наступление может начаться сегодня ночью, так говорят некоторые. Собственно, некоторые говорят, что наступление уже, возможно, началось в эти часы в Харьковской области и в ЛНР. А я бы ожидал основного наступления на Запорожье. Алярм, спасайся, кто может! Наступление на Запорожье началось, и эти скрины таскают, люди в Запорожской области переживают, кто-то собирает тревожные чемоданчики. Но проходит время, и ничего не происходит. А нервы-то людям уже не вернешь. Зачем это России, спросите вы? А все просто. Им нужно, чтобы вы устали от войны. Устали от жизни в постоянном напряжении, чтобы вы не могли ни спать, ни работать. В России прям говорят, что не разбирают больше военные или гражданские. Украина действительно фашистское государство в полном смысле. И разбираться в сортах дерьма, кто там на фронте, кто там не на фронте, я в этом не вижу вообще никакой необходимости. При этом нельзя исключать, что попытка наступления России на каком-то новом участке фронта рано или поздно будет. Но чтобы сформировать ударный кулак, врагу надо стянуть технику, десятки тысяч личного состава, подвести БК, топливо. И, конечно, об этом будут знать все. Прежде всего, в Генштабе ВСУ, откуда и нужно черпать достоверную информацию. Но никак не от неизвестного додика с инсайдами из Телеграма. В феврале Украина будет отдюливаться с нескольких направлений. Они запросят переговоров и жестов доброй воли, как уже было при уходе с Киевской области. Которые потом разносятся сарафанным радио. Но такого рода страшилки – это самый примитивный вариант информационно-психологического воздействия. Есть, например, и более сложные схемы. Скажем, еще до 24 февраля 2022 года умельцы из России и ОРДЛО повадились снимать постановочные видео, якобы от лица ВСУ. Нас здесь как минимум еще осталось четверо, и никакой помощи нам не предоставляется. Это, кстати, классический пример. Тогда, если кто забыл, часть украинских граждан не успела покинуть Афганистан во время массовой эвакуации. И вот, чтобы посеять зраду, россияне решили снять Ералаш, где украинцы якобы прикинулись русскими, чтобы их не казнили талибы. Мы сегодня уже столкнулись один раз с талибами. Ну, со смекалкой нам повезло. Сказали, что русские, это прокатило. Смотреть на это творчество альтернативно одаренных было максимально жалко, особенно с тем учетом, что за спинами актеров отчетливо узнавался Зуевский ландшафтный парк, а никак не Афганистан. Но начальству Ералаш, видимо, понравился, и с тех пор Мамкин и Михалковы регулярно клепают клипы то о котлах ВСУ. ВСУ старательно замалчивают информацию об очередном котле. Мы находимся в Старомарьевке, в низине.
Из-за этого мы понесли большие потери. Ночью нам обещали прислать поддержку. Она так и не пришла. То сдача в плен украинских офицеров. Сдаваться вышли. Стой, стрелять буду! На колени! А с началом полномасштабного вторжения Ералаш стал выходить чуть ли не еженедельно. Причем мы вам сейчас покажем, на что пытается давить российская пропаганда. Шо, Василь? Где тебе подлюка хрисовичка? Это видео якобы снято прямо из окопа ВСУ. Злые каратели ногами избивают типа русскоязычного сослуживца из Херсона. Причем знание украинского языка у актеров — это просто рука-лицо. Впрочем, что там долго говорить, смотрите сами. Что ты, падла, херсонская? Да, Херсон! А теперь тут ховаешься? Балакай! Где зброя? Но здесь-то и возникает вопрос знатокам, а нафига они тратят силы на такую информационную шляпу? Ну, как минимум, хотят ослабить поток добровольцев из деоккупированных территорий в украинские силы обороны. Мол, лучше жители Херсона или того же Купянска дома сидите, ведь в украинской армии за русский язык вас обязательно изобьют. Где зброя? Где зброя то я? Там! Где там? Все вы херсонцы однакові. Що, Василь, буде робити? Карить його. Помимо тупых постановок об избиении за язык, в России очень любят снимать видосики о неимоверной жестокости ВСУ. Сценарии, как правило, примитивны до безумия, а из реквизита – форма украинской армии. В нее-то и наряжают попавшихся под руку актеров, которые на камеру типа расстреливают пленных. Ой. Обратите внимание, после выстрела в плечо у вроде как расстрелянного пленного даже крови нет. Но думать это же для лохов. Настоящий ура-патриот такими пустяками грузить себя не будет. У него даже и в мыслях нет, что это может быть какая-то постановка. Ведь он своими глазами видел, что видео было взято якобы с телеграм-канала одной из украинских бригад. Но ой! А что если мы скажем этому условному Ваньке, что как минимум половина популярных телеграм-каналов якобы ВСУ на самом деле созданы как раз российскими ИПСОшниками? Чаровый ООС, Холодный Яр, Обратная Сторона, ну и прочая гебневая шляпа. Это война техники, где отважные украинские солдаты несут тяжелые потери под обстрелами и упускают массу возможностей из-за недостатка технической подготовки. Кадровая армия почти что за год войны у нас фактически уничтожена. У нас все очень плохо с военным автотранспортом. Потери в штатной автомобильной технике настолько огромны, что приходится выкручиваться как угодно. Самая экзотика на моей памяти – это ЗУшка, установленная на аэродромный говновоз. Это чтобы вы понимали, насколько все плохо у нас с техникой. Ой, мамочки, какая зрада, и потери ужасные, и вся техника уничтожена, надо скорее мир с Россией заключать. Тем более референдумы Россия провела якобы настоящие. А там, чтобы вы понимали, уйма людей была, ага. Референдумы работают не из-за наличия переобувальщиков или хатоскрайников, но из-за вымирания их противников. Так что голосуют сейчас не три калеки, а весьма немало людей. Это объективная действительность по описанным выше причинам. Время играет против нас, и отрицать это глупо. Все же помнят, что подается этот бред как творчество украинских военных, а уровень доверия к силам обороны Украины у граждан очень высокий. А вот почему мы очень настоятельно советуем. Дорогие друзья, максимально тщательно фильтруйте контент типа бригадных телеграм-каналов. Ведь, судя по всему, там дело весьма скоро дойдет до изнасилованных бабушек и распятых мальчиков в трусиках. И да, все постановочные ролики о якобы зверствах украинских сил обороны разгоняются как раз через подобные помойки. Пишется текст а-ля «наказываем сепаров», ну а дальше пытки, типа расстрелы пленных, использование химоружия. И все это мигом выгребается российскими СМИ и, прости господи, военкорами с криками «Ужас, кошмар, фашизм!». Появилось еще одно подтверждение того, что некоторые подразделения ВСУ на бахмутском направлении применяют химическое оружие. В сети расходится хохлядское видео с коптерами и подвесами, содержимое которых хранилось в холодильнике. Пошла информация, что это фазген. Тут, конечно, кто-то наверняка захочет уточнить, а зачем россиянам снимать Ералаш о жестокости ВСУ? Ответ на поверхности. Они подобным образом, во-первых, мотивируют своих, мол, надо отомстить за ребят. И мы, орки, они расстреливают, пытают, убивают страшным образом. И они воины света, твои.
Как должен себя чувствовать русский воин, когда он видит, как глумятся и издеваются над попавшими в плен его товарища? Если укронацист расстрелял нашего солдата, вы меня, конечно, извините, почему он до сих пор жив? А во-вторых, каждое такое видео в глазах ура-патриотов оправдывает реальные преступления российских чмонь. А Россия, напомним, это страна, где регулярно проходят казни российских же граждан. Истории с кувалдой, думаю, никому не стоит напоминать. Отправился на фронт, чтобы перейти на сторону Украины воевать против русских. 11 ноября 22 года находился на улице Киева, где получил удар по голове. Очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить. С тем учетом, что Следственный комитет и Бастрыкин системно молчат, значит, их все устраивает. И, конечно, если они своих граждан безнаказанно убивают, то с чужими, ну, в смысле, с украинцами, вообще можно не церемониться и делать все, что захочешь. Помните, например, как Красовский призывал топить украинских детей? А прям топить таких надо было в Кисыне. Прям вот там, где плыны кача. Вот прям топить этих детей, топить. Надо сказал, было. Что, так сказать, москали оккупировали, и сразу прям бросаешь в реку с буйным, бурным течением. Думаете, ему за это хоть что-то было? Ну, разумеется, нет. Ничего от слова совсем. И другие смотрят и понимают, что так можно, что подобные жестяк только приветствуются. И вот уже Соловьев открыто говорит о том, что украинцев не нужно брать в плен. Они ведь дождутся реально, что придется проводить отдельные разъяснительные беседы, чтобы наши воины кончали их там сразу. И чем сильнее Россия будет выгребать на фронте, тем больше будет такого контента и на экранах федеральных каналов, и в других российских СМИ. А следовательно, и в головах мамкиных антифашистов, жителей скрепной страны. Они сносят Донецк? А мы по Киеву? Вы что, мы не такие? Они расстреливают наших солдат. Они считают, что никаких нет красных линий? Окей. Ну, давайте им покажем, что красных линий больше нет. Давайте долбанем. Сжечь всю Украину, в принципе, это задача вполне под силам, например, там, да, скажем, тактическим ядерным оружием. Мы заберем и Одессу, и Харьков, и Киев. Поэтому не нужно себя накручивать и излишне переживать, слушая угрозы из России. Мы все должны понимать, что эта война на истощение, в том числе и психологическое. И россияне методично работают в этом направлении, стараются подорвать нашу веру в победу, посеять страх и панику. Так, чтобы мы не спали в ожидании наступления, так, чтобы мы считали дни до ракетных ударов. Поэтому на данном этапе войны очень важна победа не только на фронте, но и в головах. Холодный ум в нынешних реалиях всегда должен брать верх над эмоциями.